Духовой оркестр, который встречает делегации из городов Котовск и Уварово, Ржаксинского, Инжавинского, Уваровского и Мучкапского районов, создает у присутствующих торжественное и праздничное настроение. Сценарий мероприятия ничем не отличается от того, который проводился 30 июля. Региональный список достойных бороться за право представлять нашу область в законодательном собрании страны включил в себя 55 человек. Все кандидаты в депутаты Государственной Думы по региональному списку для участия в праймерис были разделены на 6 групп. 30 июля перед делегатами со своими программами выступили представители 3 групп. 20 августа очередь настала остальных претендентов. Каждый участник праймерис в ходе слушаний представил собравшимся свою программу и ответил на вопросы. Среди кандидатов люди разных профессий и должностей. От председателя Тамбовской областной думы и депутата Государственной думы до простого учителя, врача или сельского работника культуры. Главный девиз – не где ты живешь, а как ты живешь. Так и озаглавила свое выступление Елена Касторнова, директор Знаменской школы искусств. По ее мнению, культура как отрасль напрямую связана с моральным становлением личности. Для молодежи и о молодых говорил в своем выступлении Александр Земнухов, руководитель автономной некоммерческой организации «Молодежные трудовые отряды». Активная жизненная позиция и патриотический настрой – основная составляющая его программных пунктов. Мы готовы совместно работать на достижение наших общих целей, чтобы реальными делами добиться процветания нашего края и успешного становления развития молодого поколения. Для нас слова «Россия вперед» – это не просто слова, и для меня лично. Это наш главный жизненный приоритет. Спасибо. Жизненные и профессиональные проблемы зачастую определяли основные моменты программ того или иного кандидата. По мнению руководителя Мучкапской делегации, опыт проведения подобных мероприятий очень полезен. Интересы людей разных профессий, слоев и возрастов готовы отстаивать кандидаты в случае их избрания в Государственную Думу. Каждого выслушать и оценить. Работа для народных делегатов непростая. Хозяева мероприятия постарались все организовать так, чтобы слушания программ кандидатов чередовались с перерывами на кофе-брейк и концертными номерами московских артистов. Ведь как-никак выходной день, и работа должна быть не в тягость, а в радость. Помимо того, что делегаты заслушали программы кандидатов, им было предложено заполнить бланк с предложениями в народную программу по следующим пунктам. Какая из сфер жизни волнует больше всего? Что стоит изменить в ней? Как партия «Единая Россия» и общественные организации могут повлиять на положительные перемены в какой-либо области?